Дорогие зрители, всем привет! Сегодня готовим вкусняшку. Это вкусняшка из слоеного теста и орехов. У меня здесь грецкий орех, миндаль и фундук. Орехи можно брать абсолютно любые, да, на ваш вкус. Вот, дальше я возьму еще изюм, буквально 50 грамм. Возьмите лучше вот темный именно, да, черный. Он очень, во-первых, он очень полезный, во-вторых, очень вкусный, сладкий, да. То есть именно для вот этой выпечки подойдет вот такой изюм. Дальше берем 50 грамм сахара, то есть изюм и сахар у нас один к одному получается. Одно яйцо, отделяем белок от желтка, и белок нам понадобится в начинке, желток в конце, когда нам нужно будет смазать выпечку. Естественно, слоеное тесто. Сначала нам нужно будет измельчить в блендере орехи, но не совсем мелко, вот так средние. Забыла сказать, орехи я взяла 100 грамм. Вот посмотрите, совсем в порошок не нужно, ну и слишком крупно тоже не нужно. Буквально немного мы взбиваем белок с яйцами, ой, с сахаром. К желтку я добавила 1 столовую ложку молока, хорошо перемешаю и буду смазывать рогалики. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 200 градусов, до румяности.